вами снова Наташка, и мы продолжаем играть в Sims 3 времена года. 45-я серия. И сейчас мы находимся во Франции. Наши молодожены путешествуют. Так вот, и оба они решили попить виноградник, или как там он говорит, вино. Ладно, в общем, без разницы. Пожалуй, начнем с того, что я хочу вам рассказать по поводу того, что почему так серии долго не выходили. Видите ли, в моем сообществе, которое вы можете найти на моей странице, то есть на моей главном канале, то есть перейти на канал, и там будет ссылочка на мое сообщество, я там все рассказала, то, что у моей мамы было вчера день рождения, и поэтому я не выпускала видео, была подкодовка и все такое. И еще что я хочу сказать, то, что вы поздравляли эту, господи, так мило. Моя мама это все читала, и она так умилялась, и хочет вам передать огромное спасибо, да. Ну, в общем, сейчас мы продолжаем играть, и в прошлой серии тебя тошнит, да? Нефиг было столько пить. Достаточно, ребят, пить хватит. Ух ты! Ух ты! Что мы хотим? Обязательно мы это сделаем. Обязательно. Полно у нас уже хочет ребеночка. Ну, приедем и сделаем. Так вот, в прошлой серии я забыла... Что забыла? Я не забыла, то есть не заметила одну маленькую вещицу, которая у нас открылась тут, как бы, потайная комната, которую я не заметила. Вот, и поэтому мы сейчас сделаем так, чтобы пол встал и отправился сюда. Мы ее изучим, посмотрим, что тут есть интересненькое, что тут у нас тут какая-то, что-то почитать можно, прикольно. И еще изучим эту дверь, стенку. Не знаю. В общем, тут какие-то тоже напитки, нектары какие-то, которые, видимо, спрятаны, они какие-то слишком дорогие. Но, в общем, пробовать мы их не будем, потому что они уже отпились. Вот, а Беллу мы отправим... Блин, ее тошнит, мне это не нравится. Уже темнеет, уже 17 часов 30 минут, отлично. Мы ее отправим немножечко, пускай она соберет урожай, чтобы сделать нектар. Попробуем, да. Вот, крабницей. Сейчас, ребятки, мне нужно выпустить собаку. Она у меня тут, оказывается, в комнате что-то делает. Подождите. Хорошо, я продолжаю. Сертификат безопасности. Этот подвал был обследован и признан надежным и безопасным. Дата. Ух ты! То есть мы нашли какой-то потайный подвал каких-то нектаров. Вау! Клёвочка. Так, что у нас тут? Камни какие-то непонятно. Хорошо. Собирай, пожалуйста, вот эту штучку. Мне не нравится этот звук. Какой-то такой интересный. Потом можно это собрать. Слушайте, деньги нам не помешают. Ого! Сколько стоит? Слушайте, мы после этого путешествия точно разбогатеем. Ну да. Хорошо, что это у нас? Латит дверь. Фу, мне не нравятся эти звуки какие-то. Собирает урожай. Она сейчас, наверное, потом у нее тут гиены испортится. Ух ты! Слушайте, давай, посмотри, что тут есть. Потом посмотри, что тут есть. А это что у нас? Это тоже какой-то... Какие-то нектары. Нектарник. Так. Ну, это я знаю все. Взять все. Обязательно возьмем. А здесь, наверное, будет такой ключик, который надо вставить сюда, да? Давайте посмотрим. Что здесь такое? А где мне взять вот эту штучку? Значит, его где-то в другом месте можно открыть. Ведь он у нас есть? У нас нету. Хорошо. Здесь его нету. Где-нибудь есть тут потайные комнаты, которые я... Потайные двери. Так, хорошо. Хорошо. Что тут? Вырвать? Ага. Наш пол тоже напился. Так, мне вопрос... О, наверное, что это такое? А, тут ничего нет. Посмотреть пол, тоже ничего. Слушайте, а где этот ключик найти? Я в путешествиях вообще совсем недавно, то есть я не сильно играла в путешествия, поэтому, наверное, ключик где-то в другом месте находится. Ну, хорошо. В общем, сейчас у нас немножечко свой желудок прочистили, ему надо сходить в туалет.
А ты что у нас? А, ты сразу пить, да? Может, достаточно? Давайте мы попробуем подавить нектар. Добавить фрукт. Посмотрим, как это делается вообще, потому что я сейчас это первый раз буду видеть. Так, добавим сейчас фрукт. Можно добавить вот этот виноград. Потом этот виноград. Надо еще собрать винограда, понятно. Иди. Иди еще собирай. Господи, как темно. Ничего не видно, ни хрена. Подождите, она все... Вот. Собирай урожай, пожалуйста, побольше. И она, кстати, хочет спать. Надо будет потом отправиться назад в наш пятизвездочный отель, как бы небольшой. Так, а ты у нас голодный. Надо ему, наверное, консерв съесть. Надо же как-то использовать эти консервы. Я думаю, одного достаточно будет, да? Вот. И чем мы займемся? Нам надо найти этот ключик. Тут есть еще что-нибудь интересненькое? Я не знаю, блин. Я что-то упустила или что-то, не знаю. Сейчас посмотрим. Здесь он ничего не нашел. Он уже это все изучал. А здесь у нас раскидать сено. Давайте попробуем. Это кто здесь у нас лужицу сделал? Так, давайте еще раз это прочитаем. Тут у нас, в принципе, ничего особенного. Тут у нас тоже ничего особенного. А тут у нас тоже нету. Ключ, ключ камень найдется. Понятно. Хорошо, ладно. В общем, знаете что? Сейчас он еще раз прочитает, изучит. Наверное, то же самое будет написано. Вот, ладно. Давайте мы сейчас отправимся... Как ты там уже насобирала урожая? Есть виноград? Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты. Так, давайте добавим. Добавим еще. Посмотрим, как это будет. Добавить фрукт. Добавить фрукт, иди. Вот, и мы отправимся потом домой. Поспим. Как бы уже пора спать. Уже 10 часов вечера, это нормально. И завтра мы начнем приключения. Приключения я имею в виду в плане того, что нажмем на вот эту интересную штучку. Как ее назвать? Ну, которая тут блестит. Вот, и будем помогать жителям этого города. Может быть, что-то и вот так еще добавить. Можно ведь? Вот, вот. Мне интересно, он наполнится? Просто при наполнении можно только давить. Давай. Давай, давай, давай. Хорошо. И что это? Иди сюда. Что за бред? Тут произошел. Блин, ладно, давайте отправимся домой. Оба. Давайте, нет, сделаем по-другому. Сделаем по-другому. Ага, хорошо, хорошо, хорошо. Отправляемся домой и пойдем спать. Я не понимаю, что произошло с этим нектародавленником. Он куда-то пропал. Это какой-то глюк, я не знаю. Во-во-во-во-во. Она еще не наполнилась. Ну хорошо, мы потом наполним. Сейчас им пора спать. И завтра утречком мы возьмем какое-нибудь задание интересненькое и будем его выполнять. Я не знаю, может быть, они вместе будут его выполнять. Я думаю, вместе. Не зря же мы купили двухспальную эту палатку. Будут они вместе бегать по всяким интересным местам. Вот. Давайте быстренько. Да. Да. Офигенско. Ну и спатеньки. Оба спатеньки вместе. Я думаю, вам уже пора покинуть свидание. Я думаю, вы отлично его провели. Так. Попросить покинуть свидание. И потом ответить на звонок. О, я знаю, что мы сейчас еще сделаем. Ну и что? Нет, сейчас мы этим заниматься не будем. Вот, сейчас...
А он покинет свидание и, наверное, позвонит сестре, поболтает. Нормально, в принципе, рассказать, что с нами приключилось. Так, он хочет... Ух ты! Смотреть на звезды. О, классно, ей понравилось. Хорошо, пускай... Стой. Ты у нас голодная, иди, пожалуйста, покушай для начала, а потом спать. Взял татуировку, повысить уровень знаменитости. Не, ну мы это сейчас не сделаем. Давайте выберем комнату. Какая комната поприкольнее? В принципе, они здесь очень похожи. Ладно, давайте самую крайнюю, вот эту. Вот это наша комната будет. Да. Потом пойдет спать, и этот сразу тоже пойдет спать. Нормально. Вот, и я думаю, как всегда, вырежу этот момент сна. Да? Ура! Уже утро! Долгожданное утро! И кто у нас же первый встанет? Первый встанет у нас был, я ее отправлю в душ и в туалет, а потом еще покушать. Ты вроде кушала? Ладно, без разницы. Съешь закуску, и мы сейчас будем... Кстати, он тоже голодный. Давай, ты тоже встанешь. И он хочет душ. Хорошо. Мы еще отправимся в душ. И... Так, подождите, а можно, интересно, ребеночка зачать? Путешествие. Мне просто интересно, у нее будет живот в путешествии прибавляться или нет? Или он будет только начнет прибавляться, когда мы приедем домой? А ты тоже покушай, и тебе надо будет тоже принять душ. Хорошо, сейчас они все эти дела сделают, и мы будем искать приключения. Да-да, давайте перемотаем, чтобы не скучать, пока они там моются, кушают и тому подобное. Окей. Итак, что нам надо сделать? Принесите две штуки титана персонажу по имени, чтобы получить 7 миллионов баллов визы. Знаете, я хочу какие-нибудь приключения, именно что-то искать, поэтому мы еще что-нибудь найдем. У нас есть, кстати, один титан, так что... Хорошо. Значит, нам нужно обратиться к Альберту Фуше. Хорошо. Пойдемте обращаться. Обратиться. Поедем. А ты что у нас? Чем у нас займется наша Белла? Я не знаю. Ответь, во-первых, на звонок. Во-вторых, у нас еще и фоткают. Офигеть. Хорошо. Помогите. Я смотритель музея и отвечаю за сохранность редкости картины сокровищ. В последнее время охранники стали покидать свои посты. Поэтому мне нужен храбрец, чтобы разобраться в происходящем. Если желаете помочь, я, Шарлотта Дубуа, отвечу на ваши вопросы. Баллы визы. Баллы визы — это хорошо, но... я думаю, они не сильно нам пригодятся. Прям так сильно. Путешествия мы не так часто будем ездить. Мы посмотрим, в общем. Ну, я хочу что-нибудь такое... Я не знаю. Просто сейчас этот пойдет. Ты что делаешь? Ты обратиться или... Он решил осмотреть какой-то цветок. Ладно, давайте пока Белочка у нас почитает книжку. А сейчас мы узнаем, что нам надо. И потом мы вместе с Беллой отправимся в приключение. О, это, кстати, у того, который мы покупали душ и тому подобное. Клёво. Что ж тебе нужно? Double Dub So Tea. Джипсу. Вама. Ох ты, какая музыка вообще. Отправляй... Сейчас, подождите, закончится эта музыка? Да, отлично. Отправляйтесь в кельтские руины. Идите по дорогу за... Хорошо, за нектарней. Короче, надо туда. Войдите внутрь. Где-то в отверстии в полу лежит вещь, которую хочет получить Альберт Фуше. Найдите и верните потерю. Альберт Фуше ждет вас. Древние монеты и баллы визы. Хорошо, давайте мы отправимся в это. Я не знаю, тут Беллу тоже занимать этим. Или пускай она почитает книжку. Я не знаю. Мне кажется, будет легче, когда один наш пул отправится. Без Беллы. Так, где-то у нас... Где? Вот это, да? Хорошо, иди сюда. О, господи, руины. Это так страшно. Офигенский руин. Мне, кстати, в Монте-Висто руины больше всего нравятся.
Это кто? О, господи. Ну, видимо, надо сюда зайти, да? Пойти по лестнице. Я больше тут входа никакого не вижу. Раскопать. Давайте мы сначала вот это сделаем. И тут еще можно раскопать. Прикольная вещь, кстати, в приключениях, то, что можно такие штучки раскапывать и находить всякие древние монеты и тому подобное. Фу, тут целых две могилы. Страшно. Тут непонятно, кто. Останки просто какие-то. Ну, давай. Давай быстренько. Ну, Белочка у нас читает Гарри Поттер и кубик Нектар. О, господи. Замечательно. Фантазии просто не отнимать у создателей. В названии этой книжки. Так. Давай. Хорошо. Что же интересного он найдет? Давайте посмотрим. Он находит редкость стоимостью 8 симолеонов. Офигеть. Да, он кое-что находит. Это нектар. У нас куча нектара. Ого. А, ну стоимостью 104. Интересно, это можно пить? Мне тоже интересно. В общем, мы куча всего принесем. Я... Ух ты, сколько у нас всего-то. Посмотрите. Да, на вечеринке запаслись. Так сказать. Ого, кстати, второй титан. Мы могли бы выполнить то первое задание. Ну ладно, ничего страшного. Мне гораздо по душе вот эти всякие раскопки и всякие приключения, чем косточка такая погроменская. Блин. Интересно, что он здесь найдет. Давайте посмотрим. Редкость? Вот это уже редкость. А не как 8 симолеонов. Он, кстати, в туалет хочет. Блин. Ну ладно, ничего. У нас на всякий случай есть душ, так что все нормально. Находит аметист. Аметист, правильно. И что ты еще найдешь? Очень. Это что? У нас так быстро вечер настал? Вообще. Ладно, ты сейчас давай быстренько спускайся по лестнице. Вниз. Вау, Пол находит древние монеты. 33 штуки. Теперь у семьи есть 30 штуки древних монет. А, я как понимаю, за эти древние монеты можно у торговца что-то покупать, да? Вроде так. Слушай, достаточно. Пожалуйста, иди уже внутрь. Заблуй. Сколько всего в этой кучке мы нашли вообще просто? Итак, мне интересно, что-то тут интересное такое. И... Господи, я не люблю эти звуки, они какие-то страшные. Хорошо, убрать. Убирай эту штуку. Потом собирай. Это что у нас? Какой-то титан, наверное, подобный. Ты что стоишь? Тебе страшно? Нет, ты у нас мужик. Не бойся. Господи, мне так нравится наш Пол. Вообще такой классненький. Извините, у меня собака услышала кого-то на лестнице. Я надеюсь, этого не повторится. И что мы сейчас найдем здесь? Давайте перемотаем. Слишком долго. Окей. А, дверь. Отлично. Не дверь, а стенка какая-то. О, господи, такие звуки. Просто... Класс. Белла у нас решила почитать книжки. Ну хорошо, пускай читает. Давайте перемотаем по-быстрому. Хорошо. Господи, как громко, надо потише сделать. Итак. Что интересно... Так, хорошо, у нас закончилось время. Мы что-то тут сделали, чуть-чуть прошли в какую-то потайные места, ладно. Я думаю, пора закончить, да, само собой. Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео, и пишите комментарии внизу под видео. Вот, и до скорой встречи, увидимся в следующей серии. В следующей серии я обязательно выполню это задание. Да, всем пока!